Точно, это под вет. Видишь, под вет. На ее голову. Ага. Херсонец. О, да. Херсонец. Вот пара ящерская. Он начинает их гнать. Вот он к ней сорвался. Да, да, да. Смотрите, ребята, давно, ну, Херсона я никогда не показывал. Вот голубь с Херсона. Первый раз в полете. Хороших эта пара мне дает голубят. Видишь, он совсем не так машет, как наши голуби. Ты видишь? Ну, из породы, да, да. Разовых. Да, 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 да. Из породы разовых. Да. Ну, куда? В январе да. Подними его, чтобы... Да, да, да. Да, ну, либо да, даже на хорошую высоту его да, возьми. Это... На точку дойдет это все. Это нежненькие. Да. Этим надо, ну... Этим надо, да. Чтобы была ну, такая голубятня на низу. И там, как знаешь, как бы они лесенкой вот так у них стоят. Вот такие пониже стоят. Попроще, повыше, так лесенкой. Херсон в полете. Ну, голубят дает хороший. Уже с перебитой нашей, ну, как бы с нашей голубкой. Бабочкой. Ну, вот, и вот тут уже он. Да, ну, хотя и лешего поддувает, он и леший простого тоже сдувает. Ну, он такой более-менее с головой. Ну, с головой, потому что он недалеко откидывал, знаешь. Он иногда у меня приходил на следующий день. А голубка была вообще на дом раз залетела на дом, и все. На пятиэтажку. И пропала. С концами, понял? Его голубка была. Ну, да, понял, лучше пропасть, чем... Чем пропасть. Чем тут будут палками, блядь. Да. Леший. Херсон. Голубята у него. Второй плод. Второй?